Всем привет! Сегодня у нас на обзоре наколенники Skoyka, модель К12. Наколенники упакованы в чехол черного цвета с водоотталкивающим покрытием. Сзади картинки самого наколенника, как он сгибается и из частей, которые он состоит. Внутри чехла у нас находятся два наколенника, которые фиксируются на ноге с помощью защелок. Регулируются по размеру, по ноге. И потом фиксируются таким образом. Внутри наколенника мягкая ткань, которые крепятся с помощью клипс. То есть при необходимости их можно все снять, постирать и закрепить обратно. Достаточно толстая ткань и очень приятное покрытие с обратной стороны. Снаружи ударопрочный пластик. Шарнирные соединения в двух местах. Наколенник не разболтан, ходит достаточно туго, чтобы не создавать дискомфорта при езде. Выполнен в черном цвете с зеленой вставкой. Всем спасибо за просмотр.